тревога какая-то. Если это мерение, им все как трауксмы. Если у вас какой-то шторм внутри поднимается. Я им спать ветер по цель секша. Из-за того, что что-то не получается. Ну так, как стенс додс. Что-то не так идет, и всегда не так идет. Мой колка съед не та, у меня ред не та. В Господе давайте успокоимся. Он дева, а сам мерик. Потому что у Бога ничего не выходит из-под контроля. И у дева не коснется этого контроля. Он знает, как привести нас в место своего покоя. Винч зин, как ему съесть цела мира. Он знает, как спасти Латвию тоже. Винч али зин, как избавить Латвию. И он все еще продолжает рассчитывать, что церковь – это инструмент, через который он будет работать. Он винч вел упрям рейтинг, что драудзи – это инструмент, с кого винч страдает. Он нас не списывает. Винч мус не нораксты. Но он рассчитывает на нас. Бет винч рейтинг, и он приготавливает нас. Он винч сагатавал. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Деву. Я сегодня только тут пришел сегодня и только узнал, что хлебопреломление еще сегодня. Он сегодня сатнат шейт, он только и тогда узнает, что сегодня арей был с вакарейденс. И это замечательное тоже время. Он то сир арей бринщик слайкс. Знаете, я сам для себя думал, что очень важное такое служение у меня сегодня – это проповедовать. Un es šodien domāju, ka priekš manis ļoti svarīgi kalpošana ir sludināt. То есть я, ну как, наверное, пастор любой, да, или проповедник, я как-то думал, вот это сегодня одна из важных моментов сегодня – правильно донести Слово Божие. Un es kā mācītājs šodien domāju, ka mana galvenā kalpošana ir pareizi jums atnest Dieva vārdu. Но и тоже я как-то только сейчас как-то узнал, что сегодня хлебопреломление, и думаю, что вот это еще важнее сегодня. Un tad, kad es šodien uznāju, ka būs arī vakarēdienas, tad es saprotu, ka tas ir pat vēl daudz svarīgāk. И мне придется как-то вести, как-то, да, с Бунтесом вместе на пару, нам надо будет вести это хлебопреломление. Un mēs ar Bunti vadīsim šo svētdarbību vakarēdienu. И просто так нужна милость Божия, чтобы Бог как-то помог нам войти в это, чтобы это не было просто какое-то ничего не значащее дело. Так ļoti vajadzīga Dieva žēlstība, lai tas nebūtu vienkārši tāds rituāls vai darbība parasti. Но чтобы это было на самом деле Божие дело, которое Бог совершит в нас и через нас. Bet lai tā būtu patiesa darbība no Dieva, kad Dievs piepilda, ka viņš parāda. Поэтому давайте сейчас, может быть, помолимся. Tāpēc aizlūksim. За то слово, что у нас есть сейчас. Par to vārdu, kas mums ir šodien. За то, что будет еще впереди. Un par to, kas būs pēc tam par vakarēdienu. Господь, я молюсь Тебе. Dievs, es lūdzu Tevi. Благослови нас. Svētī mūs. Господь, мы просим Тебя. Dievs, mēs lūdzam Tevi. Молимся Тебе, чтобы это не было просто лудзам, религия. Lai tā nebūtu vienkārši religija. Чтобы это не было ничего не значащее дело. Lai tas nebūtu neko nenozīmējošs kaut kādas darbības. Мы просим Тебя, Господь, будь с нами здесь. Mēs prasām Tev, Dievs, esi ar mums šeit. Просто когда мы будем слушать это слово. Kad mēs klausīsimies vārdu. И тоже, когда мы будем слушать слово хлебопреломление. Un arī vārdu, ko mēs dzirdēsim par vakarēdienu. Просто подними в нашем сердце веру. Vienkārši pacel paaugstin ticību mūsu sirdī. Мы хотим быть вместе с тобой. Mēs vēlamies būt ar tevi. Ты нужен нам. Tu mums esi vajadzīgs. Больше, чем воздух. Vairāk nekā gaisa. Ты нужен нам. Tu esi vajadzīgs mums. Больше, чем вода. Vairāk nekā ūdens. Ты нужен нам. Tu mums esi vajadzīgs. Без тебя мы не можем ни одного мгновения. Mēs bez tevis nevaram nevienu elpas vilcienu. Мы даже без воздуха мы можем 3 минуты жить. Mēs bez gaisa varam dzīvot 3 minūtes. Но без тебя мы не можем ни одного мгновения жить. Bet bez tevis mēs nevaram nevienu mirkli. Ты важнее для нас, чем воздух. Tu esi svarīgāks priekš mums pat kā gaiss. Ты наш Господь, мы Tu esi mūsu Dievs, un mēs Tev mīlam. Благослови это время. Svētī šo laiku. Lai ir Jēzus. Jēzus Kristus vārdā. Amen. И этот месяц в Голгофе и в Эммануиле. Šis mēnesis, draudze Golgotā un Emanuēlā. Есть месяц, наверное, Саша объявлял, я надеюсь. Iespējams, ka Alts mums teicis. Что это месяц, когда мы как-то приняли решение вместе с Сашей, с Рамилем, я, да, Анатолий. Kad mēs pieņēmām lēmumu, Emanuēl, что это будет месяц проповедования о личных отношениях с Богом. Ka šis būs mēnesis, kad mēs sludinām par personīgām attiecībām ar Dievu. Вы говорили, да, или Саша говорил, или нет, я не знаю. Да. Но да, то есть сейчас в Эммануиле он проповедует на тему личные отношения с Богом. Un šodien Aleksandrs Emanuēlā sludina par personīgām attiecībām ar Dievu. И тоже я здесь сегодня хочу говорить о отношениях с Богом. Un arī es šeit gribu runāt par attiecībām ar Dievu. И это
самое важное для нас. Jo tas ir pats svarīgākais priekš mums, vai ne? Правда же, отношения с Богом – это важнее всего. Attiecības ar Dievu ir svarīgākas par visu. Это важнее, чем все, что у нас есть в жизни. Tas ir svarīgāk par visu, kas mums dzīvē ir. Так Библия учит. Un Bībele mums tā māca. И так оно есть на самом деле. Un patiesībā tas tā arī ir. И сегодня давайте откроем Библию. Un šodien atvērsim Bībeles. Матфея 4 главу. Матфея 4 нодаль. И прочитаем одно место Писания. Мы посвятим раксту вету. С 3 по 4 стих. Но трешали цертаем пантам. Матфея 4, 3 лишь 4. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Amen. Amen. Не хлебом единым живет человек. Ne tikai no maizes vien dzīvo cilvēks. Но всяким словом. Bet no katra vārda, kas nāk no Dieva, kas nāk mūsu dzīvē no Dieva. Человек живёт словом Божьим. Cilvēks dzīvo no Dieva vārda. Наша жизнь зависит от того, есть ли у нас Божье слово. Un mūsu dzīve ir atkarīga no tā, vai mums ir Dieva vārds. Конечно, важно, есть ли у нас хлеб насущный. Un, protams, ir svarīgi, vai mums ir mūsu dienišķā maize. Но намного важнее, есть ли у нас слово Божье. Bet daudz svarīgāk ir, vai mums ir Dieva vārds. Бог говорит к нам через Библию. Un Dievs uz mums runā caur Bībeli. Он говорит к нам в сердце, когда там есть Библия, когда туда положена Библия. Runā uz mums, kad mums mūsos ir iekšā Bībele, tā kā ielikt. Он говорит к нам, когда мы молимся. Kad mēs lūdzam, viņš runā uz mums. Когда мы поклоняемся ему, он говорит к нам в наше сердце. Kad mēs pielūdzam viņu, viņš runā uz mūsu sirdīm. Правда же? Tā ir, vai ne? Иногда мы просто едем за рулем куда-то, и Бог способен говорить в наше сердце, когда там положена Библия. Un reizēm mēs pat sēžam pie stūras un braucam, un Dievs uz mums uzrunā tajā gadījumā, kad mūsos ir ielikt Bībele. Женщины, может быть, варят суп или жарят котлеты, и Бог может проговорить в это время в ум, в сердце. Un kad sievietes vāra zupu vai cep kotlets, arī tad Dievs var runāt uz mūsu sirdīm. Он говорит к нам через разные ситуации, которые происходят в нашей жизни. Viņš uz mums runā caur dažādām situācijām, kas ir mūsu dzīvē. Иногда приходят какие-то трудные обстоятельства. Un reizēm ir kaut kādi grūti apstākļi. Или какие-то ситуации, когда мы понимаем, что Бог говорит к нам через эти обстоятельства. Vai ir kaut kādi apstākļi, situācijas, kad arī Dievs runā caur to uz mums. Он, когда он говорит к нам слово, он достигает нас. Kad viņš runā uz mums vārdu, tad viņš aizsniedz mūsu. Мы получаем жизнь. Un mēs saņemam dzīvību. Поэтому личные отношения наши с Богом. Tāpēc personīgas attiecības mums ar Dievu. Как в любых отношениях есть разговор людей, есть взаимоотношения, есть диалоги. Tas ir tāpat kā ar cilvēkiem, ka mums ir saruna, mums ir dialogs un tieši tāpat ir ar Dievu. Как между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Tas tāpat kā starp vīru un sievu vai vīrieti un sievieti. Есть отношения. Ir attiecības. И там есть слова друг другу. Un tur ir vārdi vienam priekš otra. Как на работе между нашим работодателем и нами есть диалог, какие-то разговоры, слова. Tāpat kā darba, mums ir ar priekšnieku sarunas, mums ir vārdi vienam priekš otru. И это мы называем отношениями. Un mēs to saucam par attiecībām. Это мы называем взаимоотношениями. Un mēs to saucam par savstarpējām attiecībām. Так же само в наших отношениях с Богом Бог предусмотрел для нас свое слово, которое бы давала нам жизнь. Tāpat kā mums ir attiecības ar Dievu, un Dievs mums ir paredzējis vārdu, kas runā uz mums. Jēzus говорит, что мы будем жить его словом. Un Jēzus saka, mēs runāsim, mēs dzīvosim no viņa vārda. Сегодня я хотел бы посмотреть на эту тему. Un šodien es gribētu caurskatīt šo тему. И давайте первую очередь откроем. Un pirmkārt, книгу притчи. Atvērsim Salmona pamācības. Четвертая глава.
Salmona pamācības 4. Nodaļa. 20. līdz 22. Pants. Здесь написано. Вот что это рактит. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Mans dēls ievēro manus vārdus un lai tava auss noslēdz manai runai pretī. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Lai tie neaizslīd no tavas apziņas un redzesloka, saglabātos savā sirdī. Потому что они жизнь для того, кто нашёл их, и здравие для всего тела его. Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod un ir zāles visai viņa miesai, kas dziedina. Здесь мы видим. Un šeit mēs redzam. Призыв нам слушать слово Божие. Mums ir aicinājums uz tā kā Dieva gudrību dzirdēt viņa vārdus. Здесь говорится словам моим внимай. Un šeit ir rakstīts, kad maniem vārdiem ievēro manus vārdus. Ievēro, naprūdāj, da, ili kā? Nu, vnimāj, naprūdāj, da? Ievēro, pieņem manus vārdus. Čijim slavām zīst? Un par kādiem vārdiem šeit ir runa? A čijih slavām zīst, govorītas? Par kādiem vārdiem šeit ir runa? A Božie slovo, Bīblija, slovo Božie, tas ir pravi atieta. Par Bībeli teikt, kurai sasabildu. Tas ir Dieva vārds, Bībeli. Это mūdras Božie, slovo Božie. Dieva vārds, tā ir Dieva gudrība. И здесь говорится, чтобы мы ему словам внимали. Un šeit ir rakstīts, ka lai mēs ievērotu šīm slovām. Lai mēs dzīvotu pēc šiem vārdiem. И дальше 22 стихе написано. Un 22. Pantā tālāk rakstīts, конце, что они здоровье для нашего тела. Un ir rakstīts, ka tas ir par dziedināšanu, šie vārdi nāk. Kā latviski vēl vārdi, kas dziedina. Nu, zāles, kas dziedina. Amen. Paklikars. Да. Я первое, что я хотел бы сказать, что слово жизни от Бога, оно для нашего тела. Un pirmkārt, ko es gribētu teikt, ka Dieva vārds, viņa vārds ir priekš mūsu ķermeņa, kā priekš dziedināšanas. Божие слово, Бог дает, хочет давать нам свое слово. Он хочет говорить нам для того, чтобы как-то обеспечить наше тело. Dievs grib mums dot savu vārdu, lai nodrošinātu mūsu miesu. То, что мы читаем здесь, залы, здоровье для нашего тела. Un to, ko mēs šeit lasām, ka tās ir kā zāles priekš mūsu veselības. Поэтому те, кто слушает и поступает по слову Божьему. Tāpēc tie, kas dzird un klausās un rīkojas pēc Dieva vārda. Мы можем ожидать, что это слово будет исцелять нас и давать здоровье нашему телу. Tad mēs varam sagaidīt, ka šis vārds mums būs pa dziedināšanu, pa veselību priekš mūsu miesas. Вы знаете, что слово от Господа, оно не только для нашего духовного здоровья. Un vārds no Dieva ir ne tikai priekš mūsu, priekš garīgās, priekš mūsu garīgā cilvēka. Это не просто духовная пища. Tā nav tikai tāda garīga barība. Это не просто пища для нашего размышления только. Tā nav barība tikai priekš mūsu pārdomām. Но это для нашего тела как лекарство. Bet tas ir arī vārds priekš mūsu ķermeņa, tā zāles. Боже приносит нам телесную пользу. Un Dieva vārds mums dod tādu tā kā noderīgumu. Когда мы имеем слово Божие в своей жизни, un kad mums ir mūsu dzīvē Dieva vārds, слушаем его. Un kad mēs viņu klausāmies, принимаем верой в своё сердце. Un ar ticību pieņemam to savā sirdī, оно способно исцелять нас. Tad tas ir spējīgs mūsu dziedināt. Fiziski исцелять нас. Fiziski mūsu dziedināt. Верите вы в это или нет? Вы уверены там, вы, не? Амен. Господь дал нам своё слово, для того, чтобы позаботиться о наших телах. Viņš mums dev savu vārdu, lai parūpētos par mūsu miesu. Например, сегодня Гунтис утром говорил. Piemēram, Гунтис no rīta sacīja. Замечательное местописание. Šo brīnišķīgo rakstvietu. Все заботы ваши возложите на него, потому что он заботится о вас. Ka visas rūpes lieciet uz viņu, jo viņš rūpējas par mums. Помните, Гунтис? Atcerieties, ko Гунтис lasīja. Помнишь, что читал? Vai tu Гунтис atceries? Diana переводила. Все свои заботы, все свои проблемы возложи, сними со своей головы, сними со своего сердца, сними со своих плеч и отдай ему. Visi savas rūpes un zūdīšanos liec no saviem pleciem, no savas galvas, no sirds uz viņu. Потому что он хочет заботиться об этом. Jo viņš vēlas rūpēties. Потому что Бог сам хочет помочь нам. Jo pats Dievs vēlas mums palīdzēt. И этот говорит слово Божие. Un to mums saka Dieva vārds.
И когда мы поступаем по этому Божьему слову? Un kad mēs rīkojamies pēc Dieva vārda? Если мы способны, знаете, многим трудно поверить Богу. Ir daudziem grūti. Многим людям трудно снять с себя эту проблему, отдать Богу. Ir daudziem grūti vienkārši noņemt šo savu nastu un atdot to Dievam. Но когда мы отдаём Богу свои заботы? Bet kad mēs atdodam Dievam savas rūpes? Тогда ты научаешься не беспокоиться о своем завтрашнем дне. Tad tu iemācies nerūpēties par savu dienu. Ты научишься, когда ты научишься отдавать Богу, ты не будешь спать, ну вернее не спать, как сказать. Люди сегодня многие не могут спать ночью. Un ir cilvēki, kas nevar daudz aizmigt naktī. Потому что у них мысли о завтрашнем дне, о послезавтрашнем, о неделе, как я дальше буду жить, как я буду дальше делать. Un cilvēki nevar gulēt, jo viņiem ir daudz šīs domas un rūpes par to, kā es tālāk dzīvošu, kas būs rīt un kas notiks. Но если мы поверим Слову Божьему, отдавать Ему и не беспокоиться, Бог сам беспокоится о завтрашнем дне. Ja mēs noticēsim un atdosim Dievam visu šīs savas zūdīšanās par nākamo dienu, tad Dievs par to parūpēsies. У нас будет спокойствие на сердце. Tad mūsos uz sirds būs miers. И знаете, что сегодня медики говорят, я не знаю, тут есть Диана медик, да? Un ko šodien mediķi runā par to, tad Diana arī ir mediķi pārstāvja. Un varbūt, ka viņi pateiks, ka tā nemaz nav taisnība. Но я как-то чуть-чуть исследовал. Bet es mazliet papētīju šo jautājumu. И говорят, как бы, медики. Un mediķi saka. Что беспокойство в жизни людей вызывает различные болезни в жизни. Ka cilvēku, kad viņi daudz satraucās, ka viņi satraucās par visu kaut ko, tad tas nes slimības visādas kā rezultātā. Боли в животе. Un sāpes vēderā. Спине. Vai mugurā. Суставах. Locītavās. Руках или ногах. Vai rokās vai kājās. Боли в груди. Un sāpes krūtīs. Могут быть слабость. Ka tas var nozīmēt vājumu. Одышка. Un aizdusa. Учащённое сердцебиение, сердце сильно бьётся. Kad sirds ļoti sitās. Тошнота, рвота. Vai arī, kad ir slikta duša. И общее состояние недомогания в жизни человека. Un visa kopējā tā cilvēka, ну, stāvoklis. Происходит из-за беспокойства. Tas viss tā kā ir slikti, ja mēs satraucamies, tās ir sekas satraukuma. Но когда ты научишься не беспокоиться, а доверяться Богу. Bet kad tu iemācies nesatraukties, bet uzticēties Dievam. У тебя больше не будет беспокойства. Tad tev vairs nebūs tāds satraukums. И ты можешь пережить в своей жизни свободу от всех этих симптомов, о которых мы только что говорили. Un tad tu savā dzīvē vari just brīvību no visiem šiem simptomiem, kas tik pirms tam uzskaitīt. Слово Бога убирает страх и беспокойство. Un Dieva vārds noņem visas bailes un satraukumu. И поэтому решаются многие физические проблемы в жизни людей. Un tad cilvēku dzīvē satrisinās daudzas problēmas. Мы иногда думаем, ну как же Слово Божие, которое Бог дает мне, оно будет лекарством для меня? Un mēs reizēm domājam, kā gan Dieva vārds, kā tas var mums tā kā būt par zālēm mūsu dzīvē? Один из способов, это то, что я только что говорил. Un šis ir viens no veidiem, par kuru es tikko sacīju. Ты найдешь покой, не будешь беспокоиться, и физически ты улучшишь то свое состояние. Un tad tu nesatrauksies, un tu jūtīsies daudz veselāks. Также Слово Божие дает нам исцеление и сверхъестественным образом. То, что только что мы говорили, естественный результат, да, ты не больше не беспокоишься, и все приходит в норму. Un to, ko mēs tikko runājam, ka tas ir tādā pat dabīgā ceļā, ka tu nesatraucies, tad tev nav šīs slimības, bet tad Dievs dod pārdabisku šo dzīvību. Но Божье слово, которое Бог тебе дает, оно может исцелять и просто сверхъестественным образом. Un Dieva vārds, kas tev nāk, ka viņš var pārdabiski tev dziedināt. Я переживал это в своей жизни. Un arī esmu piedzīvojis to savā dzīvē. Однажды я чувствовал себя заболевшим, плохо себя чувствовать начал. Un reizi es jūtos slikti, tāds saslims. Я чувствовал, что кости начинают все болеть, и состояние было такое, что как будто бы думал, может быть, я заболею скоро. Un es jūtu, ka man jau kaulos jau lauž, un ka es domāju, ka es jau saslimšu tūlīt. И я просто стал читать Библию. Un es vienkārši sāku lasīt Bībeli. То есть я не стал читать Библию, чтобы, ну, вылечиться. Un es nesāku lasīt Bībeli ar mērķi, lai izdziedinātos, izveseļotos. Просто каждый день. Bet vienkārši katru dienu. Ищу время, когда читать Библию. Es katru dienu meklēju laiku, kad es varu palasīt Bībeli. У вас есть каждый день время, когда вы ищете? Vai jums ir katru dienu laiks ieplānot Bībeles lasīšanu? Es ceru, ka ir.
И я просто стал читать Библию, потому что пришло мое время ежедневного чтения Библии. Un es vienkārši sāku lasīt Bībeli, jo pienāca mans ikdienas lasīšanas laiks. Я даже не помню сейчас какое. Un es pat neatceros kādu. Место из Библии я читал. Kādu rakstu vietu es lasīju? Мне кажется, это были псалмы. Man liekas, ka tie varēja būt psalmi. Я читал. Un es lasīju. Может быть, 30 минут. Varbūt kāds 30 минут. Может, 20 минут. Varbūt 20 minūtes. Потом я закрыл. Pēc tam es aizvēru Bībeli. Пошёл со своими делами заниматься. Я самым летом модерболил. Я обнаружил, что я здоровый. Un es sapratu, kad esmu vesels. Я подумал: "Вау, как это только что я открывал Библию, я чувствовал себя больным". Un es sapratu, kad es kaut kā, oho, es jūtos slikti, atver Bībeli un И сейчас я здоровый. Un tagad esmu vesels. И Дух Святой в моём сердце проговорил: "Вот это местописание". Svētais Gars uz man runāja, ka tā bija šī rakstvieta. То, что Слово Божие – это лекарство для всего нашего тела. Kad Dieva vārds tās ir zāles priekš mūsu ķermeņa. Поэтому иногда, может быть, не бери цитрамон, когда болит голова. Un tāpēc reizēm nevajag, varbūt, ņemt citramon, kad sāp galva. Я не знаю, какие там еще таблетки Vai есть. Vai vēl kaut kādas tabletes? Возможно, достаточно будет почитать Библию, Iespējams, чтобы получить исцеление. Iespējams, ka pilnīgi pietiekam, лай saņemt dziedināšanu, ir vajadzīgs atvert Bībeli. Поэтому слово Божие. Tāpēc Dieva vārds. Когда Бог говорит в нашу жизнь. Kad Dievs runā uz jūsu dzīvi. Через чтение Библии. Caur Bībeles lasīšanu. Через нашу молитву, поклонение. Caur mūsu pielūgsmu un lūkšanu. Божье слово оно способно и оно Бог хочет через своё слово исцелять наши тела. Un Dieva vārds ir spējīgs un viņš vēlas mūs dziedināt. Вплоть даже до самых серьезных болезней. Он подлит стадом многим слинибам. Вы знаете, многие люди получили исцеление через Слово Божие от серьезных болезней. У него знает, как люди от цела, как саняму Дио Вардер, саняму Жзединаша, люди опять нам слинибам. Нам нужно от Господа Слово для нашего здоровья. У мумс но Дио Вайдзат, саням Дио Вардер, приш мумс веселимс. Но вы знаете, и также. Он тапат. Слово Божие, оно не только для нашего здоровья. Un Dieva vārds ir ne tikai priekš mūsu veselības. Но и для того, чтобы у нас был хлеб. Bet arī, lai mums būtu maize uz galda. Бог хочет давать нам слово, чтобы кормить наше тело. Dievs vēlas mums dot savu vārdu, lai pabrot mūsu miesu. Бог хочет давать нам слово, которое бы Vēlas mums dot vārdu, kurš не только исцеляло, но и кормило бы нас физически. Ne tikai dziedināt, bet mūs arī pabarotu fiziski. И кто-то скажет, как Слово Божие может накормить меня физически. Un kāds varbūt sacīs, kā gan Dieva vārds var pabarot mani fiziski. Но на самом деле, bet patiesībā, многим Слово Божие дало хлеб. Kad daudziem patiesībā Dieva vārds ir devis maizi. Когда люди начинали читать его. Kad cilvēki sāk lasīt. И обнаружили. Un saprat. Что Надо идти работать просто. Ka ir vienkārši jāiet kaut kas darīt. Многие люди, они начинали обнаруживать, когда только начинали изучать Библию, что Бог не будет кормить лентяев. Un, kad daudz ir sākuši lasīt, viņi ir sapratuši, ka Dieva vārds saka to, ka slinkajiem maize netiek dota. Что если ты не работаешь, тогда нечего есть даже. Ka, ja tu nestrādā, tad pat nav ko ēst. И многие люди просто понимали через Библию, что нужно идти что-то делать. Un daudz ir sapratuši, ka lasot Bībeli, kad vienkārši ir jāiet strādāt. Начинали искать работу. Un sākuši meklēt darbu. И таким образом появился хлеб на их столе. Естественным образом. Uz viņa galda dabiskā veidā ir parādījusies maize. Но и кроме этого. Un arī bez tā visa. Господь и кормит и другими образами. Dievs mūs pabaro arī citos veidos. Не только когда мы идем работать, Бог дает нам направление, куда идти работать и что делать. Не tikai vienkārši tad, kad mēs ejam strādāt, bet viņš mums parāda virzienu, uz kurien iet. Как Бог говорил мою жизнь. Kā Dievs arī runās manu dzīvi. Наверное, есть тут, кто свидетельствовать бы мог, что Бог вас направил, куда идти работать. Un es domāju, ka šeit ir cilvēki, kurus Dievs ir, kur var liecināt, ka Dievs ir viņus virzījis, kur iet strādāt. Поэтому Слово Божие. Tāpēc Dieva vārds. Оно кормит нас. Tas pabaro mūs. Исцеляет нас. Tas mūs dziedina. И в этих отношениях с Богом мы Un šajās attiecībās ar Dievu mums ir dzīvība. Второй момент, который сегодня я бы хотел затронуть. Un otrs moments, kurus gribētu šodien arī aizskat. То есть я беру от самого простого сегодня и иду к более сложному нашему естеству человеческому. Un es ņemu tāds sākumā vienkāršāks princips un tad es eju tālāk uz sarežģītākām lietām. То есть мы начали с тела нашего. Tātad mēs sākām ar savu, ar mūsu miesu, ar ķermeni. Сейчас прочитаем Матфея 11 главу. Bet tagad izlasīsim Mateja evaņģēlī 11. nodaļu.
Матфея 11, 28, 30. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Nāciet šur pie manas visi, kas bēdīgi un grūtsirdīgi, es gribu jūs atvieglināt. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācēties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Ибо иго моё благо и бремя моё легко. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. И мы читаем здесь, Иисус говорит: "Придите ко мне". Un mēs lasām šeit, ka Jēzus saka, kad nāciet pie manis. И он говорит: "И возьмите иго, я вам дам какое-то иго". Un viņš saka, ka ņemiet jūgu, tā kā ir kaut kāds jūgs. Вы знаете, что такое за иго? Un jūs zināt, kas ir jūgs? Это были тогда пахали землю. Kādreiz bija, kad ārā zemi. Быки, да? Jā, валы, ar вершим. Быки, по-простому скажу. Верши, да, вінкаршу. И на боках были такие, как, ну, иго, да, вот это, ермо, которое запрягали, да, этот плуг. Un вершим bija uz kaklu tāds, tā kā arka, ar ko vilkt šo arku. И евреи называли игом, они называли Моисеева, закон Моисея. Un ebreji sauca šo jūgu par Mozus likumu. Божие слово, короче. Dieva vārds, vienvārds sakot. Моисей, закон Моисея это было слово от Господа. Mozus šie likumi, tas bija tā kā Dieva vārds. И вы знаете, Иисус говорит, что придите ко мне. Un Jēzus saka, nāciet pie manis. И возьмите моё иго. Un paņemiet manu jūgu. Иисус говорил о своём учении. Un Jēzus sacīja par savu mācību. Иисус говорил: "Придите ко мне, и я научу вас". Un Jēzus sacīja: "Nāciet pie manis, un es jūs iemācīšu". Придите ко мне, и я дам вам слово. Un nāciet pie manis, un es jums došu vārdu. Потому что это слово, оно лёгкое. Jo šis vārds ir viegls. И что он говорит? Un ko viņš saka? И вы найдёте покой душам вашим. Un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Поэтому я хочу сегодня сказать во-вторых. Un es gribu sacīt šodien otrkārt. Что? Слово Божие. Ka Dieva vārds. Оно жизнь не только для нашего тела. Ka tas ir priekš mums ne tikai priekš mūsu ķermeņa. Но Слово Божие оно жизнь для нашей души. Bet tas ir arī kā dzīvība priekš mūsu dvēselēm. Это уже более глубоко, чем просто тело внешнее. Un tas jau ir tā kā dziļāk nekā tikai mūsu ķermenis tikai. Душа – это наши чувства. Un dvēsel tās mūsu jūtas. Это наши эмоции. Tās ir mūsu emocijas. Душа. Dvēsele. Это наш разум. Tas ir mūsu saprāts. И нам важно не только телесное. Un mums ir svarīgi ne tikai... Правда? Нам важно и душевное. Mums ir ne tikai tas, kas ķermeņi, bet arī, kas ir dvēselē. Нам важно наши эмоции, наша мир. Mums ir svarīgi mūsu emocijas un mūsu pasauli. Душа должна обрести мир. Dvēselē ir jāiegūst miers. Иисус говорит: "Придите ко мне, я вам дам слово, и у вас будет этот мир". Jēzus saka: "Nāciet pie manīm, es jums došu savu vārdu, un jums būs miers". Он говорит: "Придёт покой". Viņš saka: "Atnāks miers, atvieglos jūsu dvēselē". Ваш разум. Jūsu prātam. Аминь. Амен. И сегодня так много примеров, знаете, людей. Уж сегодня их так много примеров, человек. С первым, о чем мы говорили, то есть с телесным, с материальным все в порядке. Он кури вар сацит, как вот ар материалу, шо пирмо садали вис картиба. Но именно со вторым, о чем мы сейчас говорим, с душевным, бет ар двесалис, ко шис отрс помнит, как нау вис картиба. Есть так много людей, у которых много денег. Ir tik daudz cilvēku, kuriem ir gan daudz naudas. И у них много здоровья даже. Un viņiem pat ir laba veselība. Но у них нету покоя в душе. Bet viņiem nav miers dvēselē. Хочу рассказать одну историю. Gribu izstāstīt kādu stāstu. Известного футболиста из Германии. Slavenu futbolistu no Vācijas. Которого уже нет живых. Kurš jau ir mirs. В Германии есть высшая лига, Бундеслига. Вация, ши аукстака лига. И там есть клуб, который называется Ганновер. Тур ир клубс, курш сауц Ханновер. Из города Ганновера, там есть клуб Ганновер 96, по-моему, называется. Тур ир Ханновера, ир шис клубс, мы считаем сауцас Ханновер 2006. Не, 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 не.
Цифра не важна, я сам только не знаю. Просто клуб из Ганновера. Ir vienkārši klubs no Hanovers. Он известный в Германии. Viņš ir populārs Vācijā. Он сильный довольно-таки. Он пятикамы специкс. Ну, средненький такой. Ну, так. Не самый крутой и не самый плохой, в середине. Не pats labākais un arī ne pats sliktākais, tāds vidēji labs. Но в этом клубе играл вратарь когда-то. Он šajā klubā spēlēja vārtsargs. Его фамилия была Энке. Энке bija viņa uzvārds. И сколько-то лет назад, я уже не помню, может быть, 10 лет назад была трагедия. Pat neatceros, cik gads atpakaļ, kāds desmit bija traģēdija. Этот перспективный и хороший вратарь. Šis perspektīvais labais vārtsargs. Он покончил со своей жизнью. Viņš izdarīja pašnāvību. Он на машине приехал к переезду, где поезда ходят. Un viņš atbrauc līdz, kur šī vilciena brauc. И он приехал к этому переезду, и когда поезд ехал, он на машине заехал под поезд, и, ну, погиб. Viņš piebrauc pie šīs vilciena pārbrauktuves, un tad, kad brauc vilciens, viņš vienkārši ietriecās viņā. И вся Германия была в трауре. Un visa Vācija bija tādā, tā kā, šokā, sērās. Люди были в большом недоумении, как такое могло произойти. Un cilvēki bija nesaprašanā, kā kaut kas tāds varēja notikt. Почему он это сделал? Kāpēc viņš to izdarīja? И на самом деле у него были деньги. Un patiesībā viņam bija nauda. У него было здоровье, он был игрок в футболе. Viņam bija veselība, jo, nu, viņš bija sportists, futbolists. Представьте себе, спортсмен такого высокого уровня, физически у него все в порядке. Un izstāvoties tāds augsts līgas futbolists, ka viņam bija ar veselību viss kārtībā. Но с его душой были проблемы. Bet dvēselē viņam bija kādas problēmas. Его проблемой было то, что он боялся за завтрашний день. Un viņa problēma bija tā, ka viņš satraucās par nākamo dienu. Он беспокоился, что завтра его могут оставить без работы, его могут уволить. Un viņš bija satraukumā par to, ka rīt, piemēram, varētu viņu atlaist no darba. Он видел много примеров в жизни, когда футболисты и спортсмены профессиональные, как их выкидывали, ну, заканчивалась их карьера. Viņš bija pārliecinājies, ka daudz futbolistu vienkārši vienā dienā viņi palika bez darba, ka viņa karjera beidzās. И он как-то в определённый момент стал бояться, что когда-то, когда его успехи начнут идти вниз, его тоже выкинут. Un viņš bija satraukumā par to, ka tad, kad viņa veiksme tā kā sāk smazināties, tad viņi var vienkārši tā kā izmest ārā. И это стало его угнетать. Un tas viņa sāka tā kā gremdē. И в конце концов он просто не выдержал и покончил сам собой. Un beigās viņš vienkārši neizturēja un izdarīja pašnāvību. И сегодня я привожу это как пример того, что нам нужно не только слово от Бога для нашего тела. Un es šodien jums to saku par piemēru, ne tikai tāpēc, ka Dieva vārds mums vajadzīgs ne tikai priekš mūsu miesas. Нам нужно слово от Бога и для нашей души, чтобы мир был, чтобы покой был, чтобы не было прата ветра или как-то шторма в голове, да? Lai mums ir Dieva vārds vajadzīgs arī priekš tā, lai mums galvā nebūtu šis kaut kāds haoss, bet mēs būtu iegūtu šo mieru. И когда мы слышим слово от Бога, оно приносит нам мир. Un kad mēs dzirdam Dieva vārdu, tas mums atnes mieru. Оно наш разум приводит в порядок. Un tas savad kārtībā mūsu prātu. Господь через свое слово хочет дать жизнь нашей душе. Dievs caur savu vārdu grib mums dot dziedināšanu priekš mūsu dvēseles. И я слышал, что был врач христианин. Un es esmu dzirdējis, ka bija kāds ārsts, kurš bija ticīgs. И он работал в психиатрической лечебнице. Un viņš strādāja psihiatriskajā kādā slimnīcā. И всегда, я не знаю, да, может быть, мы в курсе или нет, но бывают времена как-то погода влияет, да, когда люди, пациенты в этих лечебницах, они как-то особенно бурные становятся. Un ir kaut kādi periodi, nu, tā kā pilnmēnesis droši vien arī, kad cilvēki kā paliek tādi nemierīgi. Начинается какое-то возбуждение психическое, когда в клинике там становилось очень шумно, очень так бурно. Un tur ir kādi periodi, kā klīnikā, kad notiek šīs, cilvēki vienkārši ļoti satraukušies, tādi nervozi paliek. И вот этот христианин-психиатр. Un šis kristietis, psihiatrs. Он
свидетельствовал, что у него был замечательный способ, как он успокаивал пациента. Un viņš liecināja par to, ka viņam ir kāds brīnišķīgs veids, kā viņš nomierināja pacientus. В палату он приходил в палату, где Viņš atnāca uz palātu. Где люди чувствовали себя вот так вот. Kur cilvēki jutās tādi ļoti nervozi. И он начинал читать Библию. Un viņš sāk lasīt Bībeli. Он начинал читать псалмы. Viņš sāk lasīt псалмы. Просто не проповедовал, как я или что-то, он просто читать начинал, читал. Viņš nesludināja kājas, bet viņš vienkārši sāk lasīt Dieva vārdu. И людям приходил мир. Un cilvēkiem atnāca miers. Люди успокаивались. Cilvēki nomierinājās. Viss nomierinājās. Я хочу сказать, что слово от Господа, оно дано нам для нашей души. Un es gribu sacīt, ka Dieva vārds ir mums dots priekš mūsu dvēseles. Чтобы успокоить нас. Lai nomierinātu mūs. Чтобы мы не нервничали. Lai mēs nenervozētu. Чтобы в нашей голове всё встало на свои места. Lai mūsu prātos viss būtu pa vietām. Чтобы успокоить душу нашу. Lai nomierinātu mūsu dvēseli. Amen. Amen. Чтобы успокоить душу нашу. Lai nomierinātu mūsu dvēseli. Однажды я вез на машине женщину. Reiz es ar mašīnu vedu kādu sievieti. Она из Лондона. Viņa bija no Londonas. Сама она родилась в Латвии, в Лепае. Pati piedzimusi Latvijā, Liepājā. Большую часть жизни прожила в Лепае. Lielāko daļu no savas dzīves pavadījusi Liepājā. Но в те годы, когда все стали уезжать за границу, она тоже уехала в Лондон. Bet tajos laikos, kad visi sāk izbraukt no Latvijas, viņa arī aizbrauca uz Londonu. Уже лет 20, она много уже давно, она там в Лондоне живет. Jau kāds 20 gadus viņa jau labu laiku dzīvo Londonā. Устроилась со жизнью, все в порядке. Visa dzīve ir nokārtojusies. Но иногда она приезжает в Лепае. Bet reizēm viņa atbrauc šeit uz Liepāju. К своим родственникам. Pie saviem radiniekiem. И она говорит, как отличается Лепая вот здесь от того, что в Лондоне. Un viņa sacīja, cik ļoti atšķiras šeit Liepāja no Londonas. То есть это то, что она говорила, я сам... Tas ir tas, ko viņa saka, es... Я не знаю, я es не был в Лондоне никогда. Neesmu bijis Londonā. Но она говорит, что когда приезжаешь сюда, люди злые какие-то. Viņa saka, tad, kad viņa atbrauc uz šeit, cilvēki ir ļoti tā kā nikni. Люди такие несчастные, как будто. Cilvēki ir tādi tā kā nelaimīgi. Не знаю, вы замечали это? Varbūt esat arī pamanījuši. Мы были за границей в Латвии, я не знаю. Я ir tā atšķirība, ka jūs citām valstīm aizbraucat. Мы были с женой недавно в Италии, я не вижу разницы. Честно говоря, я не увидел разницы. Es, ka mēs bijām braucienā uz Itāliju ar Žannu, bet neredzēju tādu atšķirību. И там, честно говоря, в Италии такие же люди, как и у нас, раздражаются, психуют, злятся. Я не вижу эти разницы. Itālijā tur tas nebija redzams tik ļoti tas piemērs. Tur arī cilvēki tur kaitinās. Ну, в Лондоне я не был, поэтому я не знаю. Может быть, и есть разница. Лондонā neesmu bijis, nezinu, varbūt, ka tur ir šī atšķirība. Но её слова были следующие. В Латвию приезжаешь, и люди все такие. Просто серые, такие злые, по любому поводу готовы скандал устроить, да? Jā, bet viņas vārdi bija tādi, ka šeit cilvēki ir tādi dusmīgi, un viņi ir gatavi uz katru sīkumu tā kā skandalēties. Но вы знаете, есть Божье слово для того, чтобы мы поменялись, чтобы мы были другие. Bet mums ir Dieva vārds, ka mēs varētu mainīties un kļūt citādi. Вы знаете, мы церковь, мы можем быть не такие, как вся Латвия. Un mēs draudze, mēs varam būt savādāk, ne tā kā visi. Мы можем быть позитивны, счастливы. Mēs varam būt pozitīvi un laimīgi. Это то, что Бог ожидает, чтобы церковь обрела этот мир, этот покой в своей жизни. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas, ka lai viņa draudze, lai viņā būtu šis miers. Это то, что Бог ожидает, чтобы церковь она стала сиять в этом мире. Un tas ir Dieva mērķis, ir kad draudze saņemt un izplatīt to tālāk. Чтобы когда люди приходят с улицы в Голгофу, они видели, что здесь радуются люди, они счастливые. Tā kā Dieva tā kā doma ir, ka cilvēks no ielas ienāk šeit draudzē Golgātu, un šeit ir viss priecīgi un laipni. И чтобы они удивлялись, а почему, что с вами, все так плохо, все хуже только и хуже, а почему вы такие? Потому что у нас есть Иисус. Lai viņi brīnītos par to, ka it kā ārā viss ir tur slikti un drūmi, bet kāpēc jums ir tāds miers un jūs ir tādi apmierināti? Это то, что Бог ожидает сегодня. Un tas ir тас, ko Dievs sagaida no mums. У вас тут не так, но в Эммануиле иногда люди тоже такие же самые, как хмурые, злые. Ну, pie jums, protams, tā nav, bet Эммануэлā tur visi tādi, tā kā, tādi drūmi. Я часто такой. Un es
es pats esmu prezentāts. Ja tāpēc kaut ko hmūri, problēma, dzelā, pastari, da? Tāds nomāks. Tie neslušajas, tie buntuju, tā kā šī Un par to, ka ir tur tie neklausa, un tie vēl tur ir kaut ko sadomājuši. No Boha tev neiežadāja. Bet Dievs no mums to nesagāja. Viņš vēlas, lai mēs našli mir. Viņš vēlas, lai mēs saņemtu mieru. Štobar naša dušā v paļādāk priviem dizānu. Lai mūsu dvēsele saņemtu kad kārtību. Я хочу прочитать что-то по этому поводу. Исайя 61:3. Грибу изласить, но Исайя 61:3. Исайя 61:3. Исайя 61:3. Возвестить седующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, место плача, елей радости, место унылого духа, славная одежда, и назовут их сильными правду, наслаждением Господа во славу Его. Есай 61:3. Tiem, kas skums cienas dēļ dāvāt galvas rotu, pelnu vietā, prieka eļu sēru drēbu vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā, lai viņas varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Здесь говорится о сетующих на Сионе, то есть плачущих на Сионе. Un šeit ir rakstīts par tiem, kas sēro cienas dēļ. Здесь говорится о многих христианах сегодня, многие верующие, они плачут. Un šeit teikts par to, ka mūsdienās daudz kristieši, ka viņi ir skumst un viņi ir kaut kādās sērās. No Jēzus говорит: "Я даю вам моё учение". Bet Jēzus saka, es jums dodu savu mācību. Моё слово. Manu vārdu. Которое сделает даст вам место пепла украшение. Kas mums dos pelnu vietā, kā rotu, galvas rotu. Вместо плача или радости. Un сер дреб вета прека. Вместо унылого духа. Посмотрите, сегодня многие христиане, у них унылый дух. Un noskumuša gara vietā, ka mūsdienās ir daudz kristiešu, kas ir noskumuši, tā vietā dod svētku drānas. Но здесь говорится, что Бог хочет через своё слово дать нам радость. Un šeit ir teikts, ka tā visa vietā viņš mums grib dot šo prieku. Slavnu odeždu. To svērku apģērbu. Здесь говорится, вместо унылого духа славную одежду. Un noskumuši gara vietā vienkārši šīs svētku drānas dot. Так, чтобы люди из мира, они увидели церковь прославленную, радующуюся. Lai cilvēki no pasaules ienāk draudzē, viņi redzētu, ka cilvēki ir priekpilni. Сегодня это приходит через Слово Божие. Un šodien tas nāk caur Dievu vārdu. Через Слово Божие. Caur Dievu vārdu. Сегодня часто мы просто или либо мы не понимаем, либо мы не пребываем в слове. Un droši vien dēļ tā, ka varbūt mēs vai nu nepieņemam vārdu, vai mēs neesam Dieva vārdā. Я сегодня говорю вам: будьте радостными. Tāpēc šodien saku, esiet priecīgi. Пусть ваша душа успокоится. Lai jūsu dvēsele ir mierā. Найдите это успокоение в слове Божьем. Atrodiet šo mierinājumu Dieva vārdā. Господь хочет говорить вам. Dievs vēlas uz jums runāt, man prasa. Мне тоже нужно больше и больше слова Божьего. Man arī vairāk un vairāk nepieciešams Dieva vārds. Когда я мало пребываю в слове, когда из-за занятости я не пребываю так, как надо в слове. Un tad, kad es aizņemtības dēļ neesmu pietiekami daudz Dieva vārdā. И я чувствую, что в мою жизнь приходит вот это всё, унылый дух. Tad es jūtu arī, ka manā dzīvē nāk šis noskumušais gars. Но Бог хочет, чтобы мы через Его Слово получили. Bet Dievs vēlas, lai mēs caur Viņa vārdu saņemtu prieku. И вот мы видим с вами теперь второе, это наша душа. Un otrs, ko mēs redzam, ir dvēsele. Через своё слово Бог хочет дать нашему телу caur жизнь. Savu vārdu viņš vēlas dot mūsu ķermenim veselību. Нашей душе жизнь. Mūsu dvēselei dzīvību. И третье, конечно. Un trešais, protams. Давайте откроем Евангелие Иоанна. Atvērsim Jāņa evaņģēliju. Пятая глава. Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa. Trīsdesmit septītais pants līdz 39. И пославший меня отец сам засвидетельствовал мне, а вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели. Un tēvs, kas man ir sūtījis, pats ir liecību devis par mani, bet jūs viņu balsi nekad neesat dzirdējuši, nec viņu seju redzējuši. И не имеете слова его пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которому он послал. Un viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc ka jūs neticat tam, ko viņš sūtīs. Исследуйте Писание, ибо вы думаете,
пройти через них и жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Jūs pētiet rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība un tie ir, kas dod liecību par mani. Но вы не хотите, es rakalo, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Un 40. Pants, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. И 34. Тоже стих. Un 34. 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 Pants. Tomēr es nepieņemu liecību no cilvēka, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Итак, мы видим, Иисус говорит иудеям. Un mēs varam redzēt, ka Jēzus runā uz jūdiem. Он говорил это церкви того времени. Viņš runāja šo vārdu uz tā laika draudzi. Потому что евреи это были тоже церковь. Jo ebreji, viņi arī bija sava veida draudze. Ветхозаветная церковь, не новозаветная, как мы сегодня с вами, но ветхозаветная церковь. Un viņi bija vecās darības draudze, nevis tā kā mēs esam tagad jaunās darības draudzes. И он говорит им: исследуйте Писание. Un viņš saka viņiem: pētiet šos rakstus. Потому что вы хотите через них иметь жизнь вечную. Jo, ja jūs vēlaties, lai jums būtu mūžīgā dzīvība. И в-третьих, я хотел сегодня говорить о том, что слово Божие – это слово жизни для нашего духа, чтобы иметь жизнь вечную. Un trešais, ko es gribu sacīt, ka šis vārds ir priekš mūsu gara, lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Иисус здесь не говорит просто читайте Писание. Un Jēzus šeit nesaka vienkārši lasiet rakstus. Он говорит исследуйте. Viņš raksta, saka pētiet rakstus. Нам нужно, знаете, для того, чтобы мы имели жизнь вечную, нам не просто надо читать книжку Библию. Un lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību, mums nevajag lasīt vienkārši tādu tā kā grāmatu. Bībeli. Не просто когда идёшь спать, чтобы побыстрее заснуть, почитать Библию. Nevis lai tikai ātrāk aizmigt vakarā, mums tāpēc būtu jālas Bībeli. Но Библию надо исследовать, это серьёзно. Когда ты не хочешь спать, когда ты полон сил, лучшее может быть время, когда ты способен понимать слово, надо читать Библию. Bet vajadzētu lasīt Bībeli, ka tu esi spēkiem pilns, ka tu esi gatavs pētīt un iedziļināties, un tad lasīt Bībeli. Исследование – это не просто поверхностное чтение, это очень серьезный процесс. Un pētīšana tā no tāda virspusīga lasīšana, bet tā ir nopietna lieta. Когда ты, может быть, начинаешь, читаешь одно место писания, потом исследуешь еще что-то, ты углубляешься в Слово Божие. Tad, kad tu lasi Dievu vārdu, kad tu paralēlās rakstuvietas, piemēram, lasi, un tu vēl meklē un padziļināt tajā visā ieskaties. И когда мы исследуем Писание, мы будем иметь жизнь вечную. Un tad, kad mēs pētīsim šos rakstus, tad mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību. Первые две сферы, о которых мы сегодня говорили, они важны, но это временные сферы. Un šīs divas pirmās sfēras, par ko mēs runājam, viņas ir ļoti svarīgas, bet viņas ir īslaicīgas. Нам надо здоровье, оно важно, но когда-то не надо будет больше здоровья. Un veselība mums ir vajadzīga, un tā ir svarīga, bet kaut kādā brīdī tas vairs nebūs vispār svarīgi. Нам надо одеваться, хлеб зарабатывать, искать работу, но это временно. Mums vajag strādāt un ēst un ģērbties, bet kaut kādā brīdī tas vairs nebūs vajadzīgs, tas ir īslaicīgs. Но самое важное сегодня для нас. Bet pats svarīgākais priekš mums šodien. Я говорю это в третьем пункте своем, что Слово Божие – это жизнь для нашего духа. Un trešais punkts, ko es runāju šodien savā vārdā, par to, kad priekš mūsu gara. Это не потому, что номер 3 в-третьих, но это потому, что кульминация. Я хочу заканчивать на этом, потому что это самое важное для нас, наш дух. Negribu to tikai tāpēc teikt, ka būtu numur 3, ka tas būtu kaut kādā ziņā svarīgi, bet tāpēc, kad es eju uz kulmināciju, ka gars tas ir svarīgāk. Наш дух самое важное в нас, как людях. Mūsos kā cilvēkos pats svarīgākais ir mūsu gars. И для Бога наш дух важнее, чем наше тело. Un priekš Dievu mūsu gars ir daudz svarīgāks nekā mūsu ķermenis. Бог, конечно, желает благословить наше тело. Un Dievs, protams, vēlas svētīt mūsu ķermeni, mūsu miesu. Конечно, Бог хочет кормить нас, исцелять. Un, protams, Dievs vēlas mūs pabarot un dziedināt. Но на наш дух, наш стержень, наш внутреннего человека, который не внешне, а внутри нас. Bet mūsu iekšējā cilvēka, mūsu garam. Для него намного и много важнее это. Priekš tā ir daudz, daudz svarīgāks. Потому что, как написано в Библии, наше тело, оно когда-то перестанет существовать. Jo, kā Bībelē rakstīts, kad mūsu miesa, ka tā pārstās eksistēt. Но наш дух, он пойдет к Богу. Bet mūsu gars, tas aizies pie Dieva. Как написано
по-моему, в притче или в Екклезиасте написано. Соломонс Мацитая. В Екклезиасте там написано, что прах возвратится в землю, то есть тело, оно пойдет в землю. По мусу термінс, ка тас аткалайзіес атпакаль в земе. Потому что оно временное. Jo tas ir laicīgs. И все наши заботы материальные, они временные. Un visas mūsu rūpes un mūsu problēmas, ka tās ir īslaicīgas. Но в Екклезиасте написано, что прах возвратится в землю, а дух пойдет к Богу, который дал его. Дух предстанет пред Богом, наш дух, наш внутренний человек. Салмонс Мацītājs, viņš raksta par to, kad mūsu miesa aizies atpakaļ zemē, bet mūsu gars aizies pie Dieva. Наш дух настолько важен для Бога. Un mūsu gars ir tik svarīgs priekš Dieva. Что для того, чтобы спасти наш дух, иногда Бог допускает, чтобы сокрушать наше тело. Un gars ir tik svarīgs, kad dēļ tā Dievs pat reizēm pieļauj, ka mūsu miesa, ka tā, nu, ka viņa nav sakrušāt. Tik, ka viņa cieš. Ka viņa cieš. Jā. Viņa ir salausta. 1 Коринфянам 5:3 прочитаем об этом. Он 1 Коринфянам 5:3 мы сможем по то лосить. Это интересно. Это серьёзно, интересно. 1 Коринфянам 5:3. 1 Коринфянам 5:3. 3:4-5, да? 3:4-5. А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело. Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums es it kā klātbūdams esmu jau nolēms par to, kas tā noziedzies. Собрание ваше во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа. Ka mēs jūs un mans gars sanākam kopā Jēzus Kristus vārdā. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku, Sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tā Kunga dienā. В Коринфянской церкви был очень страшный грех, который совершили какие-то люди. Un Korintas draudzē tur bija kāds ļoti tāds nepatīkams kāds grēks, kur bija veikuši šie vietējie cilvēki. И Павел он говорит, что этих людей их нужно дисциплинировать. Un Pāvils saka šos cilvēkus, ka viņus ir vajadzīgs disciplinēt. И что он говорит? Предать сатане во измождение плоти. Viņš saka, ka viņu miesa tā kā būtu atdodama Sātanam samaitāšanai. Что это значит? Un ko tas nozīmē? Просто исключить из церкви этих людей, он предложил просто выключить их из церкви. Viņš piedāvāja vienkārši izslēgt šos cilvēkus no draudzes. Просто лишить их членства в церкви. Vienkārši atrisināt šo draudzes locekļu ļaudai. И зачем? Un kāpēc? Потому что когда человек перестает быть частью церкви, духовно, я не имею в виду сейчас списки просто какие-то вычеркнуть, но духовно, если человек перестает быть частью церкви. Un tad, kad viņš nevis vienkārši tā kā no saraksta tiek izsvītrots, ka neesi draudzes locekls, bet tad, kad viņš garīgā nozīmē, tas ir... Он теряет защиту. Viņš zaudēja aizsardzību. И дьявол имеет прямой доступ и может просто делать, что хочет с этим человеком. Un tad Sātanam ir šī tiešā pieeja, un viņš var darīt ar šo cilvēku, ko vēlas. И Павел говорит, его предать сатане, чтобы сатана начал работать с этим телом, уничтожать это тело. Pāvils saka, tad izslēdzot no draudzes, ka vēlns varētu darīt, ko grib ar viņu miesu. Зачем? Для того, чтобы он обратился. Priekš kā, lai viņš tā kā atgrieztos. Чтобы, переживая вот эти скорби и трудности, человек мог покаяться и вернуться обратно. Un lai piedzīvot šīs grūtības un visas problēmas, ka viņš varētu vēlēties atgriezties atpakaļ. И Павел сказал вот эти важные слова. Un Pāvils sacīja šos svarīgos vārdus. Чтобы плоть или тело было сокрушено, чтобы дух был спасен. Lai gars tiktu glābts, ir vajadzīgs reizēm samaitāt šo miesu. Это я говорю почему? Ну, капец, что сап? Это я говорю к тому, что для Бога, я ещё раз говорю, для Бога наш дух очень важен. Ну, капец, виспар то сап, jo priekš Dieva mūs gars daudz svarīgāks. Когда-то пастор Даниил тоже нам проповедовал, он учил, иногда Бог предпочитает дать просто, ну не то, что дать, Бог, конечно, болезни не даёт, но допустить какую-то трагедию в жизнь человека, чтобы забрать себе. Un reizi mācītājs Daniels, viņš slunāja, viņš teica vārdu par to, ka reizēm patiešām nevis Dievs tā kā sūta slimību, bet viņš pieļauj kaut kādas lietas, ka cilvēks ir kaut kādā slimībā, daļ tā, lai viņa gars tiktu atjaunots. Или какая-то трагедия происходит, Бог допускает, Бог убирает свою защиту, может быть, авария страшна, и человек идет к Богу. Un vai arī notiek kāda traģēdija vai avārija, kad vienkārši
kad tā ir šī iespēja, lai atgrieztos. Так много сегодня историй, когда мы удивляемся, как такой человек погиб, как Бог допустил. Mēs reizēm uzdodam šo jautājumu, kā Dievs pieļāva kaut ko tādu, ka kaut kas notik tāds traģisks. Но мы можем, мы не знаем, что этот человек уже давно, может быть, перестал молиться, перестал как-то пребывать в Господе, он постепенно отходит. Bet mēs patiesībā nezinām, kas bija noticis ar šo cilvēku, viņš varbūt iespējams pārstājis lūgt vai vispār ir atkāpies ticībā. И мы должны понимать, что Бог не видит, как мы внешне, он знает внутренность человека. Un mums jāsaprot, ka Dievs redz savādāk. Viņš neredz, kā mēs redzam fiziski, bet viņš redz mūsu iekšienu. И Бог в своём всезнании, он знает, что человек в конце концов уйдёт от него навсегда, пойдёт в погибель. Un Dievs savā tādā visa zināšanā, viņš zina, ka varbūt kaut kādā brīdī šis cilvēks aizies pazušanā. И для Бога так важен наш дух, что он иногда предпочитает положить конец земной жизни человека, чтобы его дух был спасен. Чтобы его дух, пока он еще не отвернулся напрямую от Бога, пошел к Богу. Un priekš Dieva mūsu gars ir tik ļoti svarīgs, ka reizēm tiek pieļaut kaut kāds vai nāves gadījums vai kas, lai viņš, lai šim cilvēkam būtu iespēja glābties. В Евангелии Иоанна, un Jāņa, 3. главе. Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā. С 1. по 8. стих. No 1. līdz 8. pantam. Написано. И рабствуйте. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. А, третья глава, с первого стиха. Trešā Jāņaņaļī 3 no 1. Bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem vārdā Nikodējums, jūdu valdības vīrs. Un prišo k Isusu noču i skazal, nu, Rāvi, mēs znaim, šta tu učitel, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, jo Dievs nav ar to. Иисус сказал ему в ответ, истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Un Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzētam Dieva valstības. На этом можем уже остановиться. Un šeit mēs varam arī apstāties un tālāk nelasīt. Мы видим здесь, Иисус учит о том, что надо родиться свыше. Un šeit mēs redzam, ka Jēzus māca par to, ka mums ir jāpiedzimst no augšienes. И вы знаете, что рождается свыше? Un jūs zināt, kas atdzimst no augšienes? Дух наш. Mūsu gars. Не наше тело. Не та на мус мес. Не наша душа, наша душа остаётся прежней. Un arī tā nav mūsu dvēsele, viņa paliek tāpat, kas bija pirms tam. Но рождается свыше наш дух, внутренний человек, наш стержень, наш человеческий. Atdzimst no augšienes mūsu iekšējais cilvēks, mūsu gars. Наш дух без Бога был мёртвый. Un mūsu gars bez Dieva ir miris. Но когда мы воззвали к Иисусу, он ожил. Bet tad, kad mēs saucām uz Jēzu, viņš atdzīvojās. И наш дух стал живым. Un mūsu gars kļūt dzīves. И когда наш дух стал живым, он стал влиять на нашу душу. Un kad mūsu gars ir kļūst dzīves, tad tas atstāja ietekmi uz mūsu dvēseli. И то слово, которым дух питается, оно через дух идёт в душу нашу, оживляет душу нашу. Un tas Dieva vārds, kas mums tā kā nāk, viņš atdzīvina mūsu dvēseli. И потом это выходит на тело даже. Un tas pēc tam atstāja iespaidu arī uz mūsu ķermeni. Но то, что рождается свыше, наш дух, не душа, не тело не рождается свыше, но наш дух внутренний, он рождается свыше. Bet tas, kas atdzimst no augšiem, tā nav ne mūsu miesa, tā nav mūsu dvēseli, bet tas ir mūsu gars, kas top dzīves. Поэтому это самое важное, чтобы слово, Бог даёт нам слово, чтобы наш дух он жил. Tāpēc Dievs mums dod vārdu, lai pats galvenais, lai mūsu gars tapu dzīves. Priči 4:23. Un Salmani pamācījis. Yeah. 4:23.